все эти ваши позы, позы, странные, странные, неестественные. Катаешь эти слова на языке и чувствуешь их вкус. Странные, странные, неестественные. Жеманные, скучающие, некуда руки деть. Нос почесался, шарф поправить, рубашка из штанов вылезла. Отойти и заправиться, ведь все как у людей должно быть. Шапку не снимем, знаете, какой хаос творится под ней. Ведь эти волосы все лезут и лезут непонятно откуда, в рот, в уши и даже в глаза. Встать по-другому. Ногу вперед, руку в бок. Так вроде лучше. Так вроде поспокойнее будет. Или вообще руки на грудь. Так-то я в домике, а вы нет. Посидеть, ломая себе пальцы с эдаким хрустящим звучком. Позевать, прикрывая ладошкой рот. Хорошо хоть, что носки не рваные. А то куда же я с рваными носками-то? И так эта пучина мыслей, поз, киваний, взглядов, причесок, незаправленных рубашек, все стремится к вниманию моему. Но зачем им это мое внимание? Они ведь вроде и без меня чудесно существуют. А нет, зацеплюсь взглядом, и снова эти роящиеся чертовы мысли вылетают почти что из ушей. Хорошо, что не из ноздрей, не так видно. Ну а как же, представьте, что у человека из ноздрей пчелы вылетают, и звук еще такой характерный, жужжащий. Из ушей это ладно, может, у человека в ушах мед прячут, но вот ноздри – это уж вообще какое-то неслыханное хамство. Гигиена, ребята, вещь важная, никаких пчел в носу быть не должно. Ясно?